Здравствуйте! Сегодня мы с вами послушаем усилитель Нико. Это ТРМ-750. Это японский усилитель для немецкого рынка. Выглядит так внешне очень красиво. Вот. Единственное, что многие не любят, что у него пятиштырьковые там диновские входы. И, естественно, диновский выход на акустику. Ну, это уже, так сказать, поэзия. А сейчас просто послушаем. Будет играть у нас на Нордвенде, и будет вот у нас акустика здесь. Вот это Нордвенде, а вот эта большая акустика, это Lautsprecher 80 Grundig. Итак, сейчас мы начнем прослушивать с пластинки. Фонокорректор поставим. Послушаем у нас сегодня Бен Вебстер, саксофон будет играть. Так, итак, поехали. Переключимся на маленький Нордвенд. Вот. Сейчас мы с вами перейдем на CD-проигрыватель. Там мы поставим, у нас на входе сейчас тюнер он. Значит, там будет у нас играть CD с Бирелли Лангрен, исполнитель. Итак, начинаем. Ну, начнем с этих колонок маленьких с Нордвенда. Thank you.
Если здесь преобладает на маленькой акустике средний и высокочастотный спектр, низких, естественно, поменьше. Но если, так сказать, можно сбалансировать, поиграть немножко регулировкой тембра, то вполне приличный будет звук и на тех, и на тех колонках. Здесь более масштабный. Ну, на этом мы закончим просмотр. До свидания, до новых встреч.